Дарья Суфинина к врачам обратилась после того, как в области живота начались регулярные боли. Рентген показал, в организме молодой женщины появилась 5-сантиметровая опухоль. Располагалась она в таком месте, что без операции понять, злокачественное или образование, было невозможно. Требовались радикальные меры. Ну, вообще наличие в организме чего-то инородного, того, чего не должно там быть, оно, естественно, пугает. Аббревиатура «онкоцентр» для нас, это в нашем подсознании, оно вообще звучит как что-то нечто страшное и приводящее к неизбежности. Тем не менее, все хорошо. Я попала к очень хорошему доктору, который мне все рассказал, все объяснил. Ситуация осложнялась тем, что опухоль располагалась вблизи крупных магистральных сосудов, сдавливала нижнюю полую вену и прилегала к брюшному отделу аорты. Во время операции пациентка могла истечь кровью. Проще было удалить опухоль вместе с органом, отчего, учитывая молодой возраст Дарьи, медики отказались. В итоге врачи онкоцентра приняли решение провести операцию совместно с сосудистыми хирургами из больницы Середавина и сотрудниками Самарского медуниверситета. Готовы были ко всему. Планировалась перевязка крупных сосудов, либо их резекция. На всякий случай были подготовлены сосудистые протезы. Первым этапом этой операции были выделение крупных магистральных сосудов. И потом было радикальное удаление забрюшинной опухоли. Причем это все было проведено без повреждения магистральных сосудов. Именно проведение операции мультидисциплинарной бригадой позволило минимизировать риск возникновения интра- и послеоперационных осложнений. Операция продлилась 1,5 часа, никаких осложнений не возникло. Анализ показал, опухоль доброкачественная, и уже на 10-й день Дарью выписали из больницы. Борьба с онкологическими заболеваниями – одно из важных направлений национального проекта здравоохранения, инициированного президентом Владимиром Путиным. В развитии системы здравоохранения заключается и стратегия лидерства губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Несмотря на пандемию, при сложных клинических случаях врачи различных учреждений объединяются для лечения больных. Выработкой оптимальной стратегии лечения для каждого больного занимается команда подготовленных специалистов. Виктория Шарая, «События».